2,5 часа в воздухе, 10 километров над землей. Для всех гражданских рейс не похож на предыдущий. Огромный транспортник Ил-76, 40 тонн на борту, 2 десятка человек. И только четверть из них без погон и шевронов. Летим на войну, по крайней мере туда, где она только что закончилась. Посадка во Владикавказе. Уже ждут, возможно, даже не нас. 40 тонн гуманитарной помощи, вода, продукты, вещи. Разгружают сразу, промедление опасно. Помощь должна прийти в срок. О том, что она действительно нужна, даже в виде хозяйственного мыла с улицы Черниговской, понимаешь, уже здесь, в Северной Осетии, когда до границы с Южной 200 километров. На протяжении всего пути в Цхинвал нашу белую газель встречают укрепленные блокпосты, десятки единиц российской бронетехники, сотни военных, которые еще 2 недели назад участвовали в ожесточенных боях под Грабовой рощей. Вся дорога до Цхинвала — это плашной горный серпантин. Как видите, сами идут гуманитарные колонны, в обратную сторону военные. Они паркуются перед входом в туннель. Дорога здесь двухполосная, узкая. Добираться даже 20-30 километров, но это минимум 2-3 часа. Мы в Рокском тоннеле. 3 километра 700 метров бетонной трубы. 3 недели назад ее хотели взорвать грузинские диверсанты. Едем тихо, дышим редко. Даже сейчас, когда колонны с бронетехникой, нескончаемый поток. От выхлопных газов слезятся глаза. Мы в городе, который выстоял. Обычный дом в южном районе Цхинвала, обычный сад на заднем дворе. Мирно и спокойно. Пасется корова, наливаются грозди винограда, стоит православный крест и пахнет сырой землей. Сейчас, в сентябре, вдова и мать троих детей уже перезахоронила тело своего мужа на городском кладбище, а всего лишь 3 недели назад супруг был погребен прямо в огороде. Выход на улицу означал неминуемую смерть от пули снайпера или осколка снаряда. Хранить без гроба в целлофановом мешке заставили обстоятельства. Точнее, грузинский десант, вошедший в город в сопровождении танковой колонны. Это уникальные кадры. Уже после войны местные жители нашли мобильный телефон погибшего грузинского солдата. Оператор снимает самое начало штурма. По его мнению, это как минимум символично. БТР пытается сбить городскую стелу. Цхинвал сломали не сразу. Лишь с третьей попытки многокилограммовая конструкция рухнула на землю. А потом была авиация, и самое страшное, о чем до сих пор с дрожью в коленях вспоминают все жители разрушенного города. Зачистку грузинская пехота проводила быстро. Выбирали несколько домов и забрасывали подвал гранатами. Верный способ ведения боя. Но только если конечная цель – геноцид и истребление целого народа. Там есть у нас мохзавод по нашей улице, и там есть бункер специально. Его заняли грузины, она об этом не знала. Она побежала туда. Я не знаю, что с ней всю ночь делали. Убили и засунули в трубу, вот такую трубу. Ее оттуда потом нашли. Водопроводную. Да. И я, например, знаю человека, который у них побыл сутки и остался заикой. Взрослый человек, мужчина. И он боится показаться людям. Потому что он взрослый мужчина, его все знают нормальным и адекватным. И вдруг он заикается. Человек, парень, солдат, да, русский. Куда мне деться, подскажите, что мне сделать? Детей убивали, вы понимаете, под танками по ним проходились. Вот это вот разве может цивилизованный человек, вот это... Итог всей жизни, вот так вот можно снести одним раз? Бежать, не поднимая глаз, куда угодно, в чем угодно. Монастырь под Владикавказом стал чуть ли не первым пунктом сбора уцелевших в Цхинвале. Беженцы приезжали, приходили, их приносили. Дети, старики, женщины кормили прямо на дороге. Монастырь не мог вместить
всех, кто нуждался в помощи. Мы их заселили, я забежала, говорю, давайте быстро расселяйтесь, сейчас вас покормят, сейчас вы умоетесь, сейчас вы тоже. Они на меня смотрят вот такими глазами и говорят, можно мы поспим? Понимаете, то есть они все это время, вот всю эту бомбардировку, это же не один день было, они не спали. И когда они заснули, мы их не трогали там сколько могли. Дети вообще, я никогда не видела такое количество детей, которые не балуются. Они не баловались, потому что, ну да, если мама держится, любой чужой человек для них это что-то было. Убрать камуфляжную куртку матушка Нонна еще не успела, а может быть просто не верит, что больше не придется ее одеть. В первые часы после начала бомбежки монахиня посчитала своим долгом быть там, где взрывы.